проезжаю дальше. Сейчас мне надо вернуться в сторону Мурманска, потом повернуть налево и еду туда в поселок Ревда. После Ревда хочу залезть на перевал геологов. Надеюсь, у меня это сегодня получится. Дальше план может быть. Я попробую 1000 ручьев дорогу. Если нет, то выхожу снова на асфальт и еду в Кировск. Вот, там уже приключения в Кировске будут на завтра. Гостиница неплохая, но очень шумно в ней. Очень сильная слышимость. Вот, и мотоцикл. Так что так вот. Ну как на Колыме, блин. Пылюга, вообще ничего не видно. На обгон тоже не пойдешь, блин. Ничего не видно. Мало ли встречка. А вон даже едет встречка. Время уже позднее, 12. Достаточно много времени потерял по дороге в Териберке. Но все равно путешествие продолжается. И впереди приключения. А еду-то уже получается все в сторону дома. Потому что все, еду на юг, уже в сторону Пскова, дальше домой в Эстонию. Вот. Но еще много интересного впереди. И через неделю уже надо быть дома, даже желательно чуть-чуть пораньше. Вот такие вот дела. Место до Ревды 71 километр. Вот, через часик, наверное, доеду. Вот. Так что еду дальше. Приезжаю в поселок Ревда. Туманище на горе. Ну да ладно. Сейчас нужно найти заправку, заправиться, заехать в магазин и продолжать путь. Вот заправка. Встретил здесь одного дяденьку местного, он на квадроцикле был. Ну, сразу подумал, у него надо все спросить. В общем, 1000 ручьев, говорит, дорога совершенно сухая сейчас, ее можно спокойно, нормально проехать, без особых проблем. Вот, но там какой-то КПП есть, где могут не пропустить. Там связанный он горнодобывающий комбинат. В общем, ну что, люди, говорит, ездят все равно, что можно проехать будет. Зверь, говорит, уже отдыхает в лесу, в горах. Поэтому все более-менее хорошо складывается. Погода прекрасная, почти 20 градусов тепла. Осталось только заехать в магазин, купить продуктов на вечер. И там уже будет видно, доеду я сегодня до Кировска или до какого-то другого городка. Или я останусь где-нибудь ночевать в палатке на берегу озера. Что тоже достаточно здорово. Еду дальше.
автобочку от поселка Ревда до поворота направо, где вот вполне такая удобная асфальтовая дорога, там несколько километров, может, километров, не знаю, в 5-6. Вот, а здесь вот начинается уже приключение. Что будет интересно. Легко не будет, это факт. Собственно, не за этим здесь. Почему до перевала геологов здесь километров, наверное, 7. Но зато каких километров? Что вот так вот. Так, конечно, кажется, о, 7 километров фигня, но вон, сами видите, какая дорога. Что, будем пробираться. Здесь горно-обогатительный комбинат, что-то делающий. И Лавозерские тундры. Какая красота. Да уж. Я думал, на Баме тяжелая дорога. Да не, нифига, вот эта дорога, да. Правда, здесь и не тысячи километров. Здесь вот 7, там 8. Но тем не менее, это офигеть, дорога сложная. Опасная. Наверное, что-то случилось. Надо спросить, может, помощь нужна. Вам помощь нужна? Да нет, спасибо. Понятно? Да уж. Там еще какие-то серпантины аналогичные будут. Так, я заглох. Понятно. Той дороги нет, наверное, сюда, но видно, что там более востребованная. Не, но все-таки так путешествовать гораздо круче, чем плюхнуться попой, блин, в бассейн где-нибудь в Турции, в гостинице, где все включено. Не, это либо для семейных, либо тех, кто все-таки уже старый. Я еще ничего. Поэтому все-таки надо получать какое-то такое особенное удовольствие. Как-то таким образом путешествовать, пока могу. Будет что рассказать. О, блин. Не, охрененно сложная дорога. Но охрененно интересная. Радует. Вообще в тучу еду, просто в тучу. А, меня снимают. Привет! Фу, блин. Как? А, я турист, я из Эстонии. Эстонии? Я вам наклейки оставлю. Все, спасибо. Мне не дотянуться, раздашь парням. Наверное, вы тоже в камере, я даже не помню, включил я ее или нет, блин. Не, а, работает, да. Ладно, спасибо, хорошей дороги. Дай, не снимай.
вообще, и была заметная дорога, конечно. Можно попробовать. Если что, развернусь, поеду обратно. Время 3 часа дня, так что еще это время можно здесь покататься. Все, конечно, хорошо, вот как вот развернуться, это вообще проверить заднюю покрышку, все ли с ней в порядке. Вот, воняет паленой резиной. Где этот камень? Здесь шлифовал. Наверное, я вот там до поляночки доеду, и на этом там хотя бы развернуться можно. Потому что в противном случае да будет еще хуже. Он говорит, на дастерах поднимаются. Ну, блин, дастер не падает. Сейчас подъеду поближе, оценим, какой там. Потому что есть такое ощущение, что я туда поднимусь. Вот только потом, как спускаться, вот это вопрос хороший. О, что даже здесь небольшой уклончик был, он так не очень легко он сполз. Удерживать его все-таки тяжеловато. Ух. А что, какое конкретное место здесь перевалом называется? Ну, наверное, самое высокое. Фиг я, наверное, туда залезу. Фу. Под меня чуть не выпрыгнул мотоцикл. Так шутить не надо. Ой. Здесь все-таки нет, туда я не поеду, там что-то слишком круто, боюсь я не съеду нормально потом, не, так что отдохну здесь немножко и поеду в обратном направлении, так что извините, если что. Такое вот геологическое образование, цирк называется, не потому что прикольно, а потому что округлый. Он вот так вот описывает.
круг. Внизу дорога есть, но правда я не знаю, как туда заехать, да и честно сказать, не особо хочется. Хотя он оттуда ведет. Вот. Немножко у меня уже другие планы. И, собственно, вот как бы перевал, наверное, там находится, я туда не поеду. А это самое такое узкое место здесь, что ли. И напротив еще один. Я схожу туда посмотреть, передохну, да, и поползу обратно. Это, собственно говоря, второй цирк. Они как бы друг напротив друга. Прямо видно, как облако просто переползает на другую сторону. Такая вот суровая природа в этих краях. Очень клево здесь. Не зря мучился. Это, конечно, трэш. С недолго аккумулятор убить себе. И сцепление тоже. Палки-палки. Да, блядь. Что такое? Да ё. Блядь. Так. Что за херня? Что-то он у меня глохнуть стал на холостых. Опа, вот так вот берет и глохнет сам. Блин, надо как-то слезать. Конечно, это может быть от того, что воздух здесь у меня более разряженный. А может, проблемы с фильтром. А может еще что? Ладно. Надо спуститься ниже. Тогда будет более-менее это понятно. Дорогу фиг выехал, выполз. С трудом и передящим паром. Фу, блин. Еду вниз. Посмотрим, что он будет глохнуть, не будет. Вроде не глохнет теперь. А посмотрим. Вот, потому что если уж он заглохнет, то по этой дороге спуститься будет крайне тяжело. Все-таки я ее контролирую скорость двигателем тоже, не только тормозами. Да уж. Российские дороги для немецкой техники — это, конечно, очень сильный сюрприз. Но прямо так уж очень. Фух. Ё-моё, я, конечно, когда готовился к поездке, я пересмотрел массу видео по этому, что было. Знал, что дорога сложная будет. Но когда сам это ощущаешь, нет, совсем это вообще что-то с чем-то. Это было очень сложно, но это было все-таки достаточно круто. Фигатору это и есть дорога тысячи ручьев, я так понимаю, или какой-то ее кусочек, там самый начальный отрезок. Вот. Ну что, круто. Надеюсь, я правильно еду. Какие-то масса каких-то дорог непонятных. А, ну да, вон железка идет. Там в кустах, если это видно. А это значит, я на правильном пути, потому что именно железная дорога-то и определяет все это дело. Тысяча ручьев. Yep.
прелестно. Не, ноги не замочил. Тут тоже мог бы быть брод, но пока что все сухо. Надо смотреть перед тем, как туда суваться все-таки. Ну, это фигня вообще, маленький и не глубокий. Легко можно там пройти, да и по центру. Вот тут бород побольше. О, за ним еще один. Дальше дорога в гору. Что хочешь на дне, может быть. Если не грубого вроде. Это тоже не глубокий. Вообще нормально. Местами. Ладно. Что делать-то? Ехать надо. Это вообще легко было. Вот, чтобы понять, как его лучше проехать-то. Ой-ой-ой. Так. О, нифига этот глубокий оказался. Думаю, теперь всем понятно, почему эта дорога называется дорога тысячи ручьев или путь тысячи ручьев. По камешкам, блин. Вроде не глубокий. О, блядь. Фу. Сапоги полностью залило. Посмотри, он достаточно глубокая. Ну что делать-то? Ехать-то надо. Главное еще волну не нагнать. О, блядь. Вот вообще глубокий.
Ой, ё-моё. Фу. Кто-то ездит. Так. По краюшку. Сверну на железку. О, Jesus. Че, мучился. Хотя так интересней. Можно, конечно, и побыстрее было бы ехать, чем 30 км в час. Но, тем не менее, все-таки она тоже с сюрпризами. И моя задача, я себе ставлю перед собой задачу, все-таки не проехать как можно быстрее, а проехать. Пускай медленно, но проехать. И все-таки выехать целым невредимым, с целым мотоциклом. И уехать на нем домой. Поэтому я еду аккуратно. Опасное местечко, его надо по шпалам аккуратно проехать. А здесь пески. В принципе, песок достаточно стабильный. Но тем не менее. Я что, остановился? Вон какая тут опасность. Вон туда мог уехать. Хорошо увидел. И что там мне вон та туча не нравится. Вообще, по прогнозу, погода теплая и дождя никакого не должно быть. Что-то вот тут туча какая-то на мне не нравится. Ну ладно, надеюсь, ее сдует куда-нибудь. О, какое место красивое. А тут, наверное, к озеру и не спуститься. Тут обрыв прямо. Красотища. Ладно, поеду, поищу дальше местечко. Так, пробуем шпал объехать. Ой, блядь. Так, брод, но он вроде не глубокий. Не глубокий. Ух, блин, кидануло-то как. Так, все это не глубокое. Вода, кстати, в лужах теплая, хочу заметить.
Ну, здесь вообще болота какие-то. Ну, ё-моё. Даже рыба плавает тут какая-то. Ой, бля. Надо что-то придумать. По идее, легче должно стать. Ох, хер знает. Ой, не знаю. Так, стой. Тебя умоляю. Стой. Эти бревна, они скользкие. Как... О, блин, крутануло его.
Первой мировой. Залип. Чуть-чуть осталось. Это было мега сложно. Потратил не знаю сколько здесь час времени и огромное количество энергии. Я нафиг я никуда не поеду дальше. Я вон палатку здесь кину. Вот сюда палатку. Мотоцикл чуть куда-нибудь в сторону и спать. Я спать. Все. Сил вообще нет. Это был какой-то трэш из нее вытаскивать мотоцикл из этой лужи. Ну что, такое вот доброе утро. Оделся, 9:25 время, у меня ни одного сухого места, шлем даже грязный изнутри, после того, как накидало в него, когда я там на той луже газовал. В общем, сейчас еду дальше в сторону Октябрьского. До него 36 километров. Вот уперся вброд, достаточно глубокий. Боюсь, не пройду. Надо разворачиваться и возвращаться. И залазить где-то на железку. Здесь, конечно, в таких песках не залезу. Вот. Развернуть его тоже. Ой-ой-ой. Thank you.
заброшенная деревня Пунча. Вон здесь какая техника стоит, баболотом ездить. Ну, конечно, уже в ужасном состоянии. Ишь, планета 3. Инженерия. Вон, клево. И Урал. Трубы, шпалы. Все в лучших традициях. Сейчас надо запрыгнуть на него. Блин. Ё-моё, а. Что, по корыту ударил, конечно, два раза. Но проскочил. Ну что, ура. Некоторые даже вброд на машинах проезжают, но это, конечно, вариант не для меня. Ровно как и тот когда-то автомобильный мост. Выехал я чуть больше часа назад, проехал где-то 15 километров с того места, где я ночевал. То есть где-то 15 километров в час двигаюсь. Но тем не менее, в этих условиях я буду думать, что это у меня даже неплохо получается. Там еще я посмотрел, на дне какие-то столбы валяются, но они, слава богу, там по центру. Я по центру, конечно, не поеду, это боюсь глубоко там. Поеду с краешку. Там немножко грунт пугает, достаточно мягкий. А в целом там проехать можно. Будет очень интересно. Заодно пораскидал кое-какие камешки, там деревяшки повытаскивал. Оп. Давай, 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 чуть-чуть еще. Так, 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 нога зацепилась. Хочу сказать, проезжаю крабиком. Наверное, это... Смотрел навигацию заодно. До Октябрьского 11 километров осталось. Ну, я надеюсь, через час я там буду уже. А самое главное, мне очень хочется надеяться, что вот эта лужа, это было последнее такое серьезное препятствие. Остальное все фигня. Когда-то это была ветка Кольской железной дороги, соединявшей населенные пункты Титан и Ревда. Начали строить еще в далеком 1951 году, еще при жизни Сталина. Строили силами солдат из заключенных лагерей системы ГУЛАГ. В истории записано как стройка номер 509 МВД. До недавнего времени использовалась Лазерским горно-обогатительным комбинатом, но уже в 2007 году данная ветка была выведена из эксплуатации. Рельсы разобрали, а что осталось, то осталось. Поселок Октябрьский. О, блин. Такой заброшенно-забытый частично. Но кто-то еще живет. Я никогда не думал, что я так буду рад заброшенному поселку. Ёлки-палки, как было тяжело. О, асфальт.
Ну что, уважаемые подписчики и гости канала, хочу сказать. Октябрьский, поселок Октябрьский, я нахожусь в нем, а это значит, я проехал 1000 ручьев дорогу. Проехал в одиночку. Доказано, это можно сделать. Вот, что хочу сказать, дорога очень сложная. Я никогда по таким сложным дорогам не ехал. Честно признаться, я переоценил свои, так сказать, возможности. Вот. Это было понятно на той луже, где я упал на этих досках. Но, тем не менее, все получилось. Я проехал, и сейчас еду в Кировск. И дальше буду думать, что там будет дальше. Надо найти гостиницу, надо привести себя в порядок. Я настолько грязный. Я не знаю, я, наверное, таким грязным никогда в жизни не был. Надо все постирать. Вот. Что еще хочу сказать. Если соберетесь сюда ехать, то, конечно, езжайте. Но прежде всего оцените свои силы, возможности, технику. Какой-то надо все-таки полегче эндурик. Да, я с этим справился, но это было очень тяжело. И не надо там каких-то понтов, я проеду быстро, я проеду не быстро. Нет, езжайте, как вы чувствуете. Допустим, что у меня получилось по времени. Вчера я в 5 часов вечера приблизительно выехал из Ревды. И на ночевку встал где-то часов 8, то есть это 3 часа. И на тот момент проехал 35-36 километров по 1000 ручьев. Если бы я не упал, там этот брод адский с бревнами, где я потратил часа полтора, конечно, я проехал бы больше. Сегодня я стартанул в 9.30, сейчас 12.30, 5-3 часа, скорость где-то 10 км в час получается. И опять-таки 30 км, ну, за день можно проехать. Так что подписывайтесь на канал и удачи вам! Навигатор, он меня опять какую-то жопу завел, блин, не, надо развернуться, вроде не та дорога, блин. Вот они, блин, современные технологии. Доверяй, но проверяй. Привет!